школа, вуз, работа. Переходные этапы самые сложные. Сегодня я вас приглашаю познакомиться с миром РУДН. Максимально комфортно влиться в студенческую жизнь и перейти в статус профессионала. Большое внимание иностранным языкам и международным стажировкам позволит вам получить компетенции мирового уровня, без всяких преувеличений. Желаю вам сдачи успешно ЕГЭ и ждем вас в РУДН. Добрый день, дорогие абитуриенты и их родители. Меня зовут Луиса, я являюсь студенткой 4-го курса бакалавриата и по совместительству сотрудником приемной комиссии. Сегодня я вас познакомлю с нашим юридическим институтом, а также проведу экскурсию по университету, расскажу о нашей студенческой жизни и познакомлю с нашей дирекцией. РУДН располагается между метро Юго-Западное и метро Беляево. Это буквально 15 минут ходьбы, либо езды на общественном транспорте, либо машине от метро прямо до РУДН. Общежитие РУДН располагается в пешей доступности, буквально через дорогу от университета. Это очень удобно, ведь дойти от комнаты до университета можно всего за 5 минут. Ну а теперь мы направимся с вами в наш университет. Пойдем! В университете действует специальная пропускная система. Когда вы поступаете в ВУЗ, вам выдают специальную кампусную карту. Она является банковской картой, проездным билетом в общественном транспорте и также пропуском в любой корпус университета, либо в общежитие, если студент проживает в кампусе. Сейчас я располагаюсь в холле главного здания. Его по-другому еще называют крест. Но нет, здесь ничего криминального нет. Его так называют из-за его формы, если посмотреть на него сверху. Справа от меня сейчас располагается зимний сад. Там есть очень милые черепашки и рыбки, а также растения, деревца. И студенты любят приходить туда между парами, наслаждаться таким кусочком природы и расслабляться между парами. Итак, мы с вами сейчас находимся в нашей столовой. Здесь большое разнообразное количество блюд, где можно собрать комплексный обед всего за 250 рублей. Многие студенты приходят здесь посидеть между парами и просто провести время с друзьями. Здесь располагается наша библиотека и одна из зон коворкинга. Хочу рассказать о небольшой традиции наших студентов перед сессией. Это умаслить кота ученого, который живет здесь, либо же потереть ему носик. Ребята это делают для того, чтобы получить отличные оценки на сессии. Итак, мы с вами подошли к крылу, где располагается наш юридический институт. Он находится на 2-м, 3-м и 4-м этажах главного корпуса. Все занятия, за редким исключением, проходят здесь. Сейчас я расскажу вам об одном из основных плюсов нашего института – о стажировках. Вы можете поехать практически в любую страну мира, поучиться там бесплатно, получив при этом грант, который покрывает все расходы на перелет, проживание, питание и тому подобное, но и также завести новых друзей и знакомых, которые будут с вами поддерживать связь уже даже после окончания института. Также вы сможете прикоснуться к культуре этой страны, попробовать национальную кухню и узнать, как живут люди в другом государстве. Все, что для этого нужно, не иметь академических задолженностей и знать иностранный язык. Круто, правда? Я с полной уверенностью могу сказать, что ни у одного российского вуза нет такого количества партнеров, как РУДН. На 2-м этаже у нас располагаются современные оборудованные аудитории, и совсем скоро на 3-м этаже у нас появятся аналогичные классы для студентов. Они полностью прозрачные. Единственный минус – невозможно списать. Хотя, наверное, это и не минус. Кстати, знали бы вы, сколько каждый день здесь проводится фотосессий. А теперь я передаю слово директору нашего института Зинковскому Сергею Борисовичу. Он расскажет вам об учебном процессе в юридическом институте РУДН. Добрый день, дорогие друзья! Очень рад с вами встретиться, и сегодня я хотел бы рассказать несколько
ну, на мой взгляд, заслуживающих внимания фактов о нашем юридическом институте. Параллельно с моим выступлением на экране вы увидите презентацию. Если вдруг вас заинтересуют какие-то цифры, которые там будут указаны, вы всегда можете задать уточняющие вопросы. Ну, а я хотел бы построить нашу с вами беседу немножко нетрадиционно. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что в наш университет влюбляешься с первого взгляда. И поэтому я рекомендую каждому из вас посетить наше главное здание, прийти к нам на этажи нашего юридического института. Мы обязательно тут же организуем для вас персональную экскурсию с нашими сотрудниками. И вы сможете увидеть воочию и почувствовать ту атмосферу, которая царит в стенах нашего вуза. Я в свое время, наверное, так и решил стать частью этого университета, когда я определялся с профессией. Ну, на самом деле выбор мой был достаточно полярным, потому что я рассматривал два варианта. Первый вариант — это математик, второй вариант — это юрист. Ну, для того, чтобы стать юристом, я решил объездить ряд вузов, которые, на мой взгляд, мне казались интересными. И когда я вошел в стены нашего Российского университета дружбы народов, естественно, первое ощущение, которое меня посетило, это ощущение растерянности, потому что, ну, я понятия не имел, куда идти, зачем идти, в какую комнату обратиться. И тут по коридору шел человек, который, увидев, что я пришел, ну, в общем-то, ребенок посреди большого холла и растерялся, он просто подошел ко мне и спросил, что я ищу. Когда я ему объяснил, что я ищу комнату, где можно узнать про подготовительные курсы, он не поленился, он довел меня до самой аудитории непосредственно, где сидели специалисты, разъяснившие мне все необходимые вопросы, и после этого пошел по своим делам. Впоследствии, буквально через уже 3 года, этот человек встретился мне, когда я стал студентом на тот момент еще юридического факультета нашего университета, и он стал моим преподавателем. Я поначалу думал, что, наверное, это какая-то случайность, но на самом деле позже я убедился, что нет. Дело в том, что мы в нашем коллективе преподавателей, в нашем коллективе административных сотрудников ставим перед собой цель создать для обучающихся максимально комфортную, максимально душевную, близкую, может быть, даже в некотором роде к семье атмосферу, для того, чтобы они могли наиболее полно раскрыть весь свой потенциал и личностного плана, и профессионального плана. И поэтому в стенах нашего юридического института, если вдруг вы обратитесь, если вдруг у вас возникнет любой вопрос, любая проблема, и вы обратитесь к любому сотруднику, который находится на этажах, вы всегда сможете получить помощь. Если вдруг человек не будет знать, чем вам помочь, он всегда отведет вас к нужному специалисту, и вы решите свою проблему. Ну, наверное, вот эта атмосфера – это самое главное, что есть в нашем юридическом институте, но все-таки я вам рекомендую прийти и познакомиться с ней лично. Теперь, что вас ожидает в процессе вашего обучения здесь? Я хотел выделить сначала несколько, ну, таких преимуществ, наверное, как это канцелярским языком, если это называть, нашего юридического института. Но опять же, я решил после этого построить немножко нетрадиционно нашу с вами беседу. Дело в том, что сейчас наш юридический институт усилиями нашего ректора Олега Александровича Ястребова вступил в полосу, ну, такого здравого реформирования. Что это означает? Это означает, что мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что сами модели преподавания юридических дисциплин, они должны меняться со временем, потому что меняетесь вы в первую очередь, меняется ваша школьная среда, из которой вы приходите к нам. Меняется, в конце концов, рынок труда, куда вы попадаете после обучения в стенах нашего юридического института. И поэтому мы постоянно стремимся быть, ну что ли, на острие. То есть мы стремимся предложить вам наиболее современные, наиболее прогрессивные с нашей точки зрения инициативы в части процесса вашего обучения и процесса вашей интеграции, вашего вступления во взрослую жизнь. Может быть, это не всегда получается, но, по крайней мере, те возможности, которые мы стараемся вам давать, на мой взгляд,
позволяют вам гораздо более глубоко сформироваться как профессионал, как профессиональный юрист. И, с другой стороны, они не позволяют никому посягать на вашу свободу, как свободу личности, потому что вы для нас ценны во всем вашем многообразии, во всем многообразии характеров, настроений, ценностей, которые вы привносите в наш юридический институт. А мы не должны забывать, что если вы поступите сюда, вы будете учиться в многонациональном коллективе. И все ребята, которые к нам приходят, они привносят что-то новое в этот коллектив. И, на мой взгляд, это одно из самых больших преимуществ вас. Почему? Потому что уже со студенческой скамьи вы учитесь адаптироваться, вы учитесь искать что-то общее с людьми, которые чем-то могут от вас отличаться. Так вот, когда мы стремимся создать для вас эти возможности, мы в первую очередь, конечно же, обращаем внимание на саму наполненность образовательного процесса. Ну вот из новых инициатив, которые нас ожидают уже начиная с сентября текущего года, я могу назвать следующие инициативы. Ну, во-первых, для студентов-иностранцев мы запускаем уникальную в масштабах нашего российского государства полностью англоязычную программу бакалавриата по специальности, по направлению юриспруденция. Аналогов непосредственно такой программы в настоящее время в России нет. Существующие несколько англоязычных программ бакалавриата качественно отличаются от нашей. То есть мы не являемся друг друга прямыми конкурентами, потому что мы поставили себе цель не зацикливаться на проблематике отдельных стран и регионов в преподавании юриспруденции в бакалавриате. И в то же время мы поставили себе цель полностью обеспечить весь образовательный процесс английским языком. Аналогов в настоящий момент на территории нашей страны нет. Это первая возможность, которую мы хотели бы предложить нашим студентам. Это программа как для иностранцев, так и для россиян, но мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, в первую очередь она заинтересует именно иностранных студентов. Второе новшество, которое мы внедряем в наш образовательный процесс. Я глубоко убежден, что фактические знания, которые вы получаете, обучаясь юриспруденции, они, безусловно, очень важны, но гораздо важнее это то, как мы сумеем стимулировать развитие ваших навыков критического мышления, аналитического мышления. И поэтому постепенно мы, ну, во-первых, внедряем в учебную программу специализированные дисциплины, нацеленные на развитие этих практических навыков. Во-вторых, мы постепенно реформируем программы традиционных юридических дисциплин, внедряя туда вот эти элементы критического анализа, элементы системной аналитики. В-третьих, мы стимулируем наших преподавателей к тому, чтобы они включали в процесс обучения то, что, ну, на канцелярском языке называется практикоориентированный компонент образовательной деятельности. Ну, если совсем-совсем упрощать, чтобы пояснить вам, что это означает, ну, наверняка в ваших школах вы сталкивались с тем, что вы условно называете проектами, да? Ну, это, наверное, в какой-то мере действительно проектная работа, но мы стремимся как раз существенно углубить ваши навыки этой проектной работы. Поэтому уже начиная с первых же курсов вы получаете возможность работать над конкретной практической проблемой. Эта проблема может быть сквозной на протяжении всех 4 лет обучения вас в бакалавриате, и постепенно, приобретая все больше и больше специализированных знаний, вы дополняете свой проект, и на выходе, по сути, вы имеете дело уже с готовой дипломной работой, если мы ее так назовем условно старыми терминами, да? А по сути, на выходе вы получаете полноценный результат сочетания практической цели и фундаментальных теоретических знаний. На мой взгляд, это очень неплохой навык, который дает вам преимущество на рынке труда. Ну и еще один очень важный момент, на котором я хотел бы остановиться, это момент вашей профессиональной социализации, то есть вашего вхождения в профессиональное сообщество.
Традиционными инструментами всегда здесь, ну, наверное, любой вуз считал так называемые практики, стажировки и так далее. Конечно, у нас эти формы вашей социализации применяются. Мы стараемся, опять же, их немножко осовременить, ну, в первую очередь, наверное, с точки зрения очень тщательного выбора наших партнеров, которым мы перепоручаем наших студентов на эти стажировки и практики, да. Ну, кроме того, мы уделяем особое внимание тому, как наши партнеры с нами согласуют программу ваших практик и стажировок. То есть одно дело, это просто там вас принимают в коллектив, чтобы вы перекладывали бумажки, а другое дело, когда вам все-таки разрешается, ну, как минимум, присутствовать на деловых переговорах с участием юриста, там, посещать судебное заседание, получая впоследствии от того адвоката, с которым вы идете в судебное заседание, разъяснение особенностей самого процесса, особенностей его поведения в этом процессе. Но помимо этого мы решили пойти, ну, еще одним интересным таким путем. Дело в том, что в нашем Российском университете дружбы народов одним из приоритетов деятельности учебных подразделений, включая наш юридический институт, является развитие студенческой науки. И мы именно здесь увидели потенциал ко включению вас в юридическое сообщество. Как это происходит? Что мы вам предлагаем? Ну, во-первых, вам это может показаться несерьезным, но я попробую вас переубедить. Не секрет, что университет называется университетом потому, что его сотрудники не только ведут преподавательскую деятельность, но и ведут активную научную деятельность, разрабатывая отдельные научные проблемы. У нас это называется работа по научным темам в связи с полученными грантами, с заключенными хоздоговорами и так далее. И мы специально стимулируем каждый такой научный коллектив ко включению в него представителей студенчества. Если вы думаете, что это не совсем серьезно, я давайте попробую вам описать функционал таких студентов, которые оказываются членами наших научных коллективов. Ну, во-первых, студенты знакомятся с бюрократической работой, потому что вы понимаете, что любая работа за деньги – это работа, которая обставляется целым комплексом документов, правильное заполнение которых либо повышает ваш шанс на получение финансирования ваших научных исследований или любых других проектов, либо, наоборот, делает эти шансы призрачными. Буквально с первого курса вы получаете возможность знакомиться с нормативной документацией, которая позволяет вам учиться правильно составлять бюрократическую обвязку вполне себе полезных ваших действий. На мой взгляд, это более чем полезный навык. Во-вторых, обычно студенчество у нас ставится на такую задачу, как сбор необходимых материалов по заданным тематикам и по заданным ключевым словам. Это довольно серьезная работа, потому что она предполагает, ну, во-первых, наличие определенных навыков аналитического мышления и умение отсортировать шелуху от действительно стоящих материалов, которые заслуживают того, чтобы на них в ходе исследования ваши старшие коллеги обратили внимание и либо подошли к ним критически, либо использовали их в качестве отправной точки в своей работе. В-третьих, как правило, участие в таких научных коллективах задает студенту тематику для вот той самой проектной работы, с которой я начал описание наших новых инициатив в образовательном процессе. Поэтому, по сути, вот таким образом, окунаясь буквально с первого же курса, это можно делать, окунаясь в работу, практическую работу, пусть даже и академическую практическую работу, вы получаете уже какой-то уникальный набор профессиональных навыков. Помимо этого, стимулируя вас как студентов к участию в научных мероприятиях студенческих, мы специально приглашаем на эти мероприятия представителей работодателей совершенно разного спектра, начиная от частного сектора, заканчивая государственными органами. И поверьте мне, вот эти люди, которые ходят к нам на подобные мероприятия, они ходят не просто для того, чтобы отбыть свой номер. Да? По сути, такие мероприятия – это элемент процесса рекрутинга, где вас выбирают,
где на вас смотрят как на своих потенциальных сотрудников. И поучаствовав в этих мероприятиях на первом-втором курсе, вы оставляете о себе какое-то первое впечатление у таких людей. А вот участвуя в этих мероприятиях далее, эти люди, обращая на вас внимание, предлагают вам сначала стажировки, а затем предлагают вам рабочее место по получении вами диплома бакалавра. Поэтому мы со своей стороны стараемся вот такими, как-то модное слово, разными треками обеспечить ваше будущее. То есть мы стараемся обеспечить вам достойное место работы, которое вас устроит и с точки зрения профессионального развития, и с точки зрения материальной, безусловно, потому что мы трезвомыслящие люди, мы понимаем, что материальная составляющая жизни – это важная составляющая. Ваше дело воспользоваться этими возможностями. Наверное, еще завершить я хотел бы свое выступление кратким рассказом о том, что нового с точки зрения инфраструктуры, то есть того, что нас окружает в учебном процессе, произойдет к сентябрю следующего года. В настоящий момент у нас идет ремонт одного из этажей нашего юридического института. Мы делаем этот ремонт по образу и подобию другого этажа, который уже отремонтировали. Это современнейшая аудитория, условно называемая «Профессор Бокс». Это красота в виде алюминия, стекла, современной техники. Мы сейчас стараемся подобрать ту мебель, которая будет с одной стороны выглядеть современно, с другой стороны будет функционально и удобно для студентов. То есть мы стараемся создать вам то пространство, где вам приятно находиться. Я со своей стороны, где бы я ни работал, я, по сути, пришел сюда, наверное, все-таки из практики, хотя я никогда не прекращал отношения с университетом, и по окончанию университета я всегда сочетал адвокатскую деятельность с деятельностью преподавательской. Ну и позже решил, что, наверное, правильнее сконцентрироваться на административной работе здесь, и опять же, будучи преподавателем здесь же. Так вот, где бы я ни работал, всегда, когда я с офисом переезжал на новое место, первое, о чем я заботился, это создать уют в помещениях. Потому что как только вы начинаете, и любой человек начинает себя чувствовать уютно, безопасно, комфортно, его работоспособность повышается в разы. Я в этом более чем уверен. Поэтому я надеюсь, что та красота, которую мы стараемся для вас создать, она будет стимулировать вас к учебе, стимулировать вас к вашим научным изысканиям студенческого уровня, а позже аспирантского уровня. Ну и самое главное, я хотел бы, чтобы для вас Российский университет дружбы народов стал именно домом дружбы. Потому что здесь вы познакомитесь с массой людей, с которыми впоследствии при осуществлении вашей практической деятельности вы неоднократно будете встречаться. И то, как вы научитесь выстраивать отношения, то, какие связи вы друг с другом сохраните, во многом предопределит вашу дальнейшую профессиональную судьбу и, что самое главное, даст вам конкурентное преимущество. Потому что одно дело – это в одиночку сражаться, да, за место под солнцем в нашей юридической профессии, а другое дело понимать, что у вас есть целая сеть взаимодействий, опереться на которую вы можете всегда, когда по каким-то причинам столкнетесь со сложностями в вашей профессиональной деятельности. И вот я хотел бы, чтобы этот дух дружбы, этот дух взаимодействия, который мы насильно стараемся даже насаждать в нашем юридическом институте, мы хотели бы, чтобы этот дух стал частью вашей личности, чего я вам и желаю. А сейчас, насколько я знаю, с вами до нашего дня открытых дверей наша Наталья Ивановна Чеснокова. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Сергей Борисович. Привет. Организовывала комплекс ребусов. Комплекс ребусов? Как это академически звучит? Стараемся. Нельзя ронять марку. Все правильно. Всем здравствуйте. Все верно. Надеюсь, вы участвовали в наших конкурсах. И на протяжении 3 последних дней в нашем инстаграме мы публиковали ребусы, на которые были и правильные, и неправильные ответы. И сегодня Сергей Борисович должен озвучить, не озвучить, может быть, показать
наш последний ребус. Ой, мамочки. Вы, кстати, можете отгадать. А, но вы же не участвовали в предыдущих ребусах, поэтому подарок вы не получите. А, кстати, смотрите, какой подарок классный. Университетский. Ой, надо еще, помогите мне, пожалуйста, его открыть. Я пока озвучу правила. Значит, смотрите, дорогие абитуриенты, суть получения, как можно получить подарок. Если вы участвовали на протяжении трех последних дней в нашем конкурсе, а это значит, отвечали нам в директ в нашем инстаграме Lauruden, и, в общем, отвечали правильно, и сегодня, вот сейчас, смотря на экран, ответите правильно в комментариях в Teams или ВКонтакте, соответственно, нам нужны 4 правильных ответа. Мы посмотрим, кто, в общем, выполнил все условия, и с удовольствием подарим классный подарок от университета. Смотрите, очень как раз для зимы. Хотите примерить? Нет. Нет. Ну, в общем, я надеюсь, вы захотите, в отличие от Сергея Борисовича, примерить. Вот такой классный подарок, который, в общем, хорош в нынешних погодных условиях. Я не знаю, почему Наталья Ивановна показала только рукавички. Здесь еще масса всего мехового есть. Да, внутри. И да, вас это, в общем, заинтересует. А сейчас предлагаю перейти к вопросам. Их много. Так. Ну что, наверное, давайте я тогда начну. Так, первый вопрос. На платное обучение берут много детей или нет? То есть количество мест по контракту. Да. Угу. Ну, смотрите, у нас в этом году обозначено уже приказом ректора, значит, на контракт, на общий профиль юриспруденцию в бакалавриат мы готовы взять 110 человек. На профиль международное право мы готовы взять порядка 70 человек. Ну и, соответственно, есть контрактные места на очно-заочную форму, на заочную их чуть меньше. Я сейчас покажу, на самом деле, презентацию, там все это есть. Ну, пока Наталья Ивановна ищет, я просто поясню один момент. Дело в том, что в рамках единого направления юриспруденция у нас параллельно сейчас существует два профиля. Это общая юриспруденция и международное право. Отличаются эти профили набором дисциплин, но те дисциплины, которые входят в образовательный стандарт, они в равном объеме преподаются и по одному профилю, и по другому профилю. То есть вариации здесь имеют место в части предметов по выбору в первую очередь. Естественно, международно-правовая программа насыщена международно-правовыми дисциплинами и в части отдельных обязательных дисциплин вариативной части нашего учебного плана. Но базу, естественно, студенты получают общую. Ну, вот сегодня упомянутый мною англоязычный бакалавриат, он тоже станет одним из наших профилей, соответственно, в рамках направления юриспруденция. Пожалуйста, Наталья. Круто. То есть наши студенты и вообще иностранные, получается, абитуриенты смогут поступать в бакалавриат на английском языке? Да. Вау. Да. Речь мне кажется, это вообще впервые в России, да? Ну, как я сегодня говорил в моем выступлении, есть англоязычные программы, но они отличаются от наших и различаются между собой. Всеобъемлющий юридический англоязычный бакалавриат – это первый бакалавриат. Круто. Вопрос, какие ЕГЭ понадобятся для поступления в бакалавриат? На самом деле все написано на слайде. Можно просто продублировать. Это общага обязательно, самое важное, это приоритет, русский язык. И вы можете выбрать один из трех ЕГЭ на выбор. Это история, информатика и иностранный язык. Угу. Спасибо, Наталья Ивановна. Следующий вопрос, судя по всему, мой. Что входит в портфолио для поступления в магистратуру? А портфолио состоит из целого комплекса документов. В рамках этого комплекса документов вы представляете, во-первых, мотивационное письмо, где вы подробно обосновываете, почему вы хотите поступить именно на эту программу магистратуры. Далее вы предоставляете свое резюме, но вы должны понимать, что резюме как элемент вступительного пакета документов – это не информация, в первую очередь, о том, где вы успели поработать за время обучения в бакалавриате. Это информация именно о ваших академических и научных достижениях, в первую очередь. Далее вы, естественно, предоставляете документ о высшем образовании, качество которого влияет на количество баллов, которые вы получите. Естественно, диплом с отличием дает вам преимущество. Вы предоставляете документ о знании иностранного языка, что также дает вам преимущество.
в зависимости от уровня знания иностранного языка. Далее вы предоставляете сведения об имеющихся у вас публикациях, и в зависимости от того, в каком издании эта публикация появилась, вы получаете либо больше, либо меньше баллов. Ну и самое главное – это творческое задание. Творческое задание в этом году поступления представляет собой проект судебного решения по той теме, которую вы выбираете самостоятельно, но с учетом тех критериев, которые перечислены в программе как обязательные критерии при оценке творческого задания. Далее вы это творческое задание можете по желанию, естественно, защищать в устном порядке. Но если вы защищаете его в устном порядке, вы получаете дополнительные баллы. Если вы по каким-то причинам не хотите этого делать, посчитав, что вы набрали проходной балл, вы можете отказаться от устной защиты результатов вашего творческого задания. Сергей Борисович, а можно еще вопрос? Я знаю, что абитуриенты нам звонят часто и пишут в WhatsApp. Очень важный, один из самых важных вопросов, это когда появится этот вопрос по творческому заданию. Когда уже можно готовиться, потому что в прошлом году ребята, по-моему, за месяца два, да, уже могли готовиться и подготавливать ответы по творческому заданию. Уважаемые друзья, но здесь вообще-то в ноябре уже эта программа полностью опубликована на сайте приемной комиссии, то есть вы можете с ней знакомиться уже хоть сегодня. Я рекомендую начать чем раньше, тем лучше, потому что творческое задание – это действительно серьезная письменная работа, ну, написание которой требует времени, и за 1-2 недели качественно составить результат, на мой взгляд, нереально. Ну, вот, так, наверное, что готовьтесь, друзья. Если хотите на бюджет, в РУДН, на ЮСАН, готовьтесь уже сейчас. Следующий вопрос про аспирантуру. Что нужно, чтобы поступить, и сколько бюджетных мест? Так, про бюджетные места, наверное, вы, Наталья Ивановна, скажете. С удовольствием. Скажете. Как и в прошлом году, 5 бюджетных мест. Большое количество, большой поток людей, которые хотят учиться в нашей аспирантуре. Про поступление можно, увы. Поступление тоже в этом году принято решение, что будет портфолио. Программа вступительного испытания в аспирантуру публикуется позже, чем программа вступительного испытания в магистратуру. Ну, на моей памяти это, по-моему, то ли март, наверное, в марте она публикуется. Состав портфолио плюс-минус такой же, как в магистратуру, за исключением творческого задания, где, естественно, оно придумано таким образом, чтобы мы увидели ваши базовые навыки научной работы. То есть, по большому счету, творческое задание, включенное в нынешнюю программу этого года, это своего рода введение к вашей гипотетической кандидатской диссертации, ну, составленное, соответственно, по общепринятым академическим канонам. Тоже в программке присутствует целый комплекс требований, которые вы должны будете соблюсти, составляя это введение. То есть, весь этот комплекс требований, по сути, отражает минимум знаний, которые мы считаем необходимыми лицу, которое хочет обучаться в аспирантуре и вести научное исследование. В остальном состав портфолио, по-моему, даже идентичен тому, что было в магистратуре. Спасибо, Сергей Борисович. Вопрос, сколько бюджетных мест в магистратуру в этом году? Разрешите, я отвечу. Спасибо нашему ректору университету. Каждый год у нас количество бюджетных мест увеличивается, слава богу. На юриспруденцию в этом году 40 бюджетных мест и 3 бюджетных места по направлению лингвистика в юридическом институте. Вопрос. Сергей Борисович, как вы поняли, что хотите стать преподавателем? На самом деле это была случайность. В свое время я, еще будучи студентом, очень доставал нашего заведующего кафедрой тогда еще теории и истории государства и права, профессора Муромцева Геннадия Ларионовича. Это наша звезда, это наше достояние. И я периодически к нему приходил со своими какими-то опусами, статейками, он их проверял, правил, черкал. Ну и как-то раз я как раз сидел с ним над своей статьей, и поступила информация, что преподаватель теории государства и права, он по совместительству работал в Совете Федерации, ну, последние 2 месяца учебного года, апрель и май, не сможет в полной мере вести свои занятия. И встал вопрос о замене.
А ситуация осложнялась тем, что преподаватели были, в общем-то, перегружены, и найти замену, не пересекающуюся с существующими дисциплинами, ну и уроками, было довольно сложно. Ну, а я возьми, добрякни, что, в общем-то, я мог бы преподавать, если очень надо. Вот. И Геннадий Ларионович тогда рискнул, естественно, это было под его личным контролем, я начал вести семинары по теории государства и права. Потом примерно по такой же схеме на следующий год, помимо семинаров по теории государства и права, я еще и получил возможность вести занятия на факультете гуманитарных и социальных наук на кафедре государственного муниципального управления. Там, естественно, тоже была государствоведческая дисциплина. Ну и как-то так я втянулся, потому что, если честно, я, когда впервые стал работать со студентами на семинарских занятиях, я понял, что самое важное для преподавателя – это уметь, ну, на первый взгляд, очевиднейшие вещи, тем не менее, объяснить, если тебя спрашивают об их содержании. Но вот я всегда в этой связи со своими первокурсниками веселюсь в каком плане. Вот они мне все говорят, право регулирует общественные отношения. Я говорю, а попробуйте мне объяснить доступным языком, что же это такое урегулировать, да? И здесь вы понимаете, что когда вот такие элементарные, на первый взгляд, вещи вы начинаете для себя разъяснять, вы гораздо глубже познаете их содержание. А познав их содержание, вы сразу же выходите на какие-то новые смыслы, новые значения. Ну вот, наверное, так бы я на этот вопрос ответил. Спасибо. Как поступить иностранным гражданам, с чем они будут вынуждены столкнуться в нынешней ситуации с ковидом? Можно я отвечу? Угу. Дорогие друзья, вы правильно задаете вопросы, потому что прием иностранных граждан и граждан РФ у нас разведен. Да? Приемная комиссия для граждан РФ, она находится в главном корпусе, а все иностранные граждане, они поступают через международный отдел, через страны приема. Их порядка 7, и, соответственно, подавать документы нужно туда. Уже сейчас те, кто планирует поступать на бюджет, уже сейчас они могут подавать документы. Это диплом об образовании, характеристики, творческие задания. Все это опубликовано на сайте университета, у нас в Инстаграме. Если что-то непонятно, есть вопросы, вы всегда можете нам позвонить или написать в WhatsApp. В общем, обращайтесь. Уже сейчас объявлен конкурс на бюджет. С апреля 2022 года иностранные граждане могут поступать на контракт. В общем, you're welcome. Так, какова стоимость обучения в магистратуре? Ну, у нас на самом деле она варьируется. У нас 43 программы по магистратуре. Значит, это и юриспруденция, и лингвистика. Стоимости, ну, примерно, давайте так, они начинаются от 250 и заканчиваются 330 тысячами рублей. Конкретнее, либо, пожалуйста, пишите конкретную программу, мы вам с удовольствием ответим, какая программа, сколько стоит. Либо можно зайти на сайт юридического института, там написана вся стоимость. Будут ли очно принимать документы в этом году? Ребят, ну я думаю, что будет зависеть все от развития нашей ситуации с эпидемией. Конечно же, мы хотели бы вас сразу уже очень, непосредственно при приеме документов видеть лично. Мы так хотели провести очную экскурсию, чтобы показать университет, но, увы, ах. Ну, будем надеяться, что к лету ситуация изменится и очный прием будет. Но, естественно, информация об этом появится непосредственно перед началом приема. Так, дальше. Есть ли какие-то мероприятия для студентов? Или они только учатся? Так, ну здесь я студентам всегда говорю следующее. У студентов есть возможность выбора. Во-первых, они могут помимо учебы участвовать в разного рода образовательных проектах, типа олимпиад, конкурсов и так далее. Во-вторых, они могут заниматься студенческой наукой. Это то, о чем я подробно сегодня вам пытался рассказать в моем вступительном слове. Ну и в-третьих, моя заместительница по воспитательной работе Резида Разифовна. Передайте привет, она нас, наверное, смотрит. Передаем ей привет, она нас, наверное, смотрит. Она так танцует, что она может вас научить
всем вот этим вот интересным культмассовым фишкам, которые у нас практикуются в специализированном заведении. У нас есть так называемый интерклуб. Это центр досуговой активности наших студентов и центр культурно-массовых мероприятий. То есть танцы, пение, пляски, спектакли, сценки, все что угодно. Ну, на мой взгляд, конечно, каждый студент должен для себя все-таки определиться с каким-то одним из этих направлений, потому что одновременно сочетать все три направления внеучебной активности с учебой, на мой взгляд, не получится. Ну, по крайней мере, я не знаю ни одного человека, у которого бы это получилось на 100%. Но когда вы определитесь с тем, что вам по душе, вы, соответственно, подойдете к тому нашему сотруднику, который курирует это направление, либо образование, либо науку, либо культмассовое мероприятие, и сообщите о своем желании. Наше дело – это вам предоставить возможности заняться тем, что вам по душе. Есть ли у вас онлайн-образование? Есть онлайн-образование. Во-первых, онлайн-курсы у нас сейчас вводятся как элемент любой учебной программы. Во-вторых, уже сейчас у нас в структуре нашего учебного плана есть так называемый междисциплинарный модуль, который преимущественно реализуется в онлайн-формате. Здесь вам предоставляется возможность познакомиться не с юриспруденцией, а с любым направлением, совершенно отличным от юриспруденции, которое вас по каким-то причинам заинтересовало. То есть начиная от физики и информатики, заканчивая там литературой, эстетикой и так далее. Ну, эти дисциплины преимущественно преподаются в онлайн-формате. Кроме того, насколько я знаю, с сентября у нас будет запущена как минимум одна онлайн-магистерская программа. Ну, онлайн-образование, вы должны понимать, что это такое. Это не просто ситуация, где вы выслушиваете лекции онлайн, да, то есть такая форма – это всего лишь часть образовательного процесса. Настоящее онлайн-образование – это ситуация, где вы последовательно получаете доступ к элементам учебного курса, выполняете эти элементы учебного курса, отчитываетесь, естественно, через заранее подготовленные для вас интернет-формы, и в установленные часы посредством телекоммуникационных систем выходите на прямую связь с преподавателем. То есть онлайн-обучение совершенно не означает, что вы вообще не будете общаться с преподавателем, просто это будет осуществляться в живом режиме, но между вами будет, что называется, сеть интернет. Кстати, Сергей Борисович, а вы что предпочитаете, очное или онлайн-образование? Лично вы? У меня, если честно, нет особых предпочтений, потому что, ну, скажу честно, когда впервые мы столкнулись с необходимостью использования онлайн-технологий в образовательном процессе, я немножко опасался, что это не заработает. Но на самом деле любой преподаватель, грамотно подойдя к своей дисциплине, может перестроить образовательный процесс так, что этот процесс будет осуществляться в онлайн-режиме без потери качества. Единственное, что мы не можем обеспечить с использованием онлайн-технологий, это, конечно, вот тот самый элемент живого общения, да, потому что все-таки эмоциональная составляющая урока в этой ситуации ограничена возможностями техники. Во всем остальном, при грамотном выстраивании образовательного процесса, никакой потери качества в онлайн-обучении не происходит в целом. А мы сознательно взяли курс на то, что мы контролируем наших преподавателей. При необходимости мы даем им соответствующие рекомендации, как следует изменить образовательный процесс, с тем, чтобы у студентов оставалось чувство удовлетворенности результатами своего обучения. Ну и в основной своей массе преподаватели идут с нами на контакт и прислушиваются к нашим рекомендациям. Спасибо. Какие языки изучают в юридическом институте и есть ли какие-то стажировки? Ну, языки здесь показаны как раз на... Это вы только видите наши слушатели. Да. Как у нас как грамотно у нас организована трансляция. Ну, смотрите, юридический институт уникален тем, что, во-первых, у нас потрясающая заведующая кафедрой иностранных языков Атабекова Анастасия Анатольевна. Это человек очень широких взглядов. То есть я, ну, наверное, на ее примере могу сказать, что это единственный человек, которого я знаю, кто так быстро и так глубоко адаптировался к профессиональной проблематике своего факультета. То есть все иностранные языки, которые преподаются по ее кафедре,
Это не просто иностранный язык ради разговора на иностранном языке, это профессиональный юридический иностранный язык. И Анастасия Анатольевна, которая, к слову, у нас является еще и проректором по многоязычному развитию нашего университета, то есть оцените масштаб, она изначально взяла курс на то, чтобы в юридическом институте присутствовали как языки европейские, английский, французский, испанский, немецкий, соответственно, так и языки совершенно иных регионов. Ну, в первую очередь, конечно, это регионы стран приема, то есть у нас очень на серьезном уровне преподается арабский язык, китайский язык. Но, кроме этого, у нас есть собственные уникальные, как на вашем языке, фишки, да? Это преподавание корейского и японского языка носителями этого языка, то есть непосредственно этническими корейцами, этническими японцами. При этом мы даем вам возможность в процессе обучения изучать столько языков, сколько вы можете осилить, сколько вы чувствуете себя готовыми осилить. И по каждому из этих языков вы будете сдавать экзамены, получать диплом переводчика по соответствующему языку. Ну вот, например, я имею помимо диплома юриста два диплома переводчика. Переводчика с английского языка и переводчика с французского языка. Но больше не осилил. А вы танцевали, пели в это время параллельно еще? Нет, у меня была уникальная группа, где вся женская половина моей группы танцевали в ритмах дружбы. Так что нам, как мужчинам этой группы, вполне хватало визуального ряда, скажем так. Понятно. Вот. Ну, хорошо. А про стажировки куда отправляете? Это вы отправляете. Я только вообще... даю согласие. С удовольствием расскажу. У нас более 60 партнеров по всему миру. Наверное, начну с конкурсов международных, профессиональных. Да? У нас международный конкурс по арбитражу. Каждый год наши студенты ездят в Австрию. Ну, последний год это был онлайн, а так, в общем, они ежегодно участвуют в этом конкурсе и занимают достойные позиции. Конкурс международный по космическому праву, конкурс по международному праву JESSEPA в США. И единожды мы участвовали в конкурсе по арбитражу в США, но это было так круто, надеюсь, еще повторим. Помимо конкурсов, это наши студенты, которые тренируются, у которых команды с нашими преподавателями. Помимо этого, наши студенты ездят на стажировки на полгода, либо на год в разные страны и в разные вузы наших партнеров. Это Сианский транспортный университет Китай, наш, пожалуй, один из главных партнеров, университет Гренобль-Альпс. С этим вузом у нас есть и две программы двойных дипломов, когда вы учитесь и в РУДН, и во Франции, получаете два диплома после, в общем, образовательной программы. Это и Падуанский университет в Италии, Зальцбургский университет в Австрии. Ну, в общем, 60 все не буду перечислять, есть куда поехать, и еженедельно мы публикуем эту информацию в наших пабликах, в соцсетях. Вы можете обратиться к нашему специалисту по международной деятельности и получить полный ответ по вузам и по возможностям. Главное, чтобы уехать за рубеж, у вас не должно быть задолженностей, у вас должны быть оценки хорошо и отлично, и уровень языка иностранного должен быть не ниже B1. В остальном не вижу проблем. Ну и естественно, в первом семестре первого курса и в последнем семестре четвертого курса я вас ни на какие стажировки не отпущу, потому что иначе вы либо завалите все обучение в целом, либо завалите госэкзамен, а этого допустить никак нельзя. Так что пользуйтесь возможностью на втором, третьем, ну и на первом курсе после первого семестра. Так, какие критерии для получения скидки на обучение? О, это очень классный вопрос, потому что не все студенты, которые у нас учатся, почему-то знают про скидки, и это очень обидно. Значит, вы можете начать получать скидку, уже начиная с поступления. Для тех ребят, которые поступают по ЕГЭ, 241 плюс балл – это 20% скидка. Для ребят, которые набрали 271 плюс, они могут получить 50% скидки. Очень важно, что эта скидка дается на первые полгода.
Если вы учитесь на хорошо и отлично в последующем, то скидку можно продлевать. А если нет, увы и ах, скидка исчезает. Для студентов. Студенты могут начинать со скидки 5%. Для этого нужно учиться на пятерки, четверки, плюс активно участвовать в научной жизни университета, спортивной, творческой. Я советую подойти студентам к Резиде Разифовне, она вам расскажет, покажет, как получить скидку, за что, имеете ли вы право получить эту скидку. Ну, в общем, а для абитуриентов это ЕГЭ, сдавайте ЕГЭ на хорошие баллы, плюс, если вы участники олимпиад, мы принимаем олимпиады перечневые Министерства образования и олимпиады ВСИРОС. Если вы, например, участник заключительного этапа ВСИРОСа, у вас, вам полагается 50% скидки. Ну, круто же, да? Конечно, круто. Ну, в общем, экономия – это всегда хорошо. Да. Поехали то, что сэкономлено, как наш ректор говорит, значит, заработано, да? Да-да-да. Так, подскажите, пожалуйста, в каком формате в этом году будут проходить госэкзамены у четвертых курсов? Тоже на данный момент неизвестно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, то есть либо это будут все-таки очные экзамены, как мы надеемся, либо это будет, как в прошлом году, письменный экзамен с применением прокторинга, соответственно, через использование телекоммуникационных систем. То же самое, я думаю, касается вопроса о выпускном у четвертого курса. Тоже все будет решаться непосредственно перед самой датой, предполагаемой датой этого выпускного. И вопрос, Наталья Ивановна, это, наверное, к вам. Расскажите, пожалуйста, про программу специалитета «Таможенное дело», например, про предметы и стоимость. С удовольствием расскажу. В нашем институте есть направление специалитет. Это когда наши студенты учатся 5 лет по направлению таможенное дело. Чтобы поступить на эту программу, необходимо сдать ЕГЭ, обязательно, опять же, обществознание и русский язык, и один из предметов на выбор. Это иностранный язык, информатика или география. На этом направлении у нас нет бюджетных мест, только контракт, и он тоже ограничен, поэтому, в общем, сдавайте хорошо экзамены, поступайте. Большее количество бюджетных мест на очке. Также это направление, на этом направлении есть вечерка, это очно-заочное отделение, и заочка. Про предметы их много, можно посмотреть в учебном плане. Давайте мы вам скинем в сообщениях учебный план, сами посмотрите. Ну, вот появилось сообщение от нашего бывшего студента, который сейчас является активно практикующим юристом, от Назара. Спасибо, Назар. Мне очень приятно слышать такое и про наш университет дружбы народов, и про наш коллектив преподавателей. Мы стараемся для вас. Вот, мы стараемся делать так, чтобы вам здесь было хорошо. Сергей Борисович, у нас еще параллельно идет же трансляция в Teams, и там тоже есть вопросы, можно я их озвучу? Давайте. Какие есть направления магистратуры? Ну, смотрите, если вы обратите внимание на кафедральную структуру нашего юридического института, по сути, она отражает направление магистерских программ. Но, во-первых, ряд кафедр у нас имеют несколько магистерских программ, а ряд кафедр пошли немножко иным путем творческим. Давайте попробую про это поговорить. Значит, традиционные направления магистратур – это, естественно, уголовное право, это, естественно, гражданское право, это административное право, финансовое право, международное право, земельно-экологическое право. Традиционная программа по теории истории права и государства сравнительно-правовым исследованиям. У нас есть магистерская программа по финансовому мониторингу, магистерская программа по судебной экспертной деятельности, магистерская программа по судебной власти. А помимо этого, ну вот, например, кафедра международного права пошла очень интересным путем. Она из всего объема проблем международно-правовых
выбрала проблематику международной защиты прав человека и создала соответствующую программу и ее двойник на английском языке. И уже несколько лет успешно эта программа выпускает студентов, которые находят свое место, свое предназначение, свое какое-то призвание в системе международных органов по защите прав и свобод человека соответственно. Ну вот недавно, с прошлого года, у нас была запущена магистерская программа экспериментальная. Мы ее назвали «Право в публичной политике». Здесь студентам даются знания как теоретико-правовые, так и политологической направленности. И предполагается, что, пройдя эту программу, выпускник получает уникальные компетенции по анализу предпосылок создания тех или иных правовых моделей, которые лежат, в общем-то, подчас далеко за пределами простых потребностей общества, да? Вот. Ряд законов появляются просто в силу того, что отдельные политические интересы сталкиваются между собой, и какой-то из них получает преимущество, приоритет. Выпускники этой программы, трудоустраиваясь, ну, с одной стороны, обладают универсальными знаниями, а с другой стороны, преподаватели, которые к этой программе привлечены, они обеспечивают трудоустройство в государственных органах и в разного рода организациях, которые сопровождают политические процессы в нашей стране. Ну, я могу только сказать, что, например, со-руководителями этой программы являются Клишас Андрей Александрович и Платонов Владимир Михайлович, соответственно. Это видные политики, государственные деятели в нашей стране. Ну, собственно говоря, они стали инициатором для организации этой магистерской программы. Своим путем пошла кафедра административного и финансового права. Ну, одно из ценнейших приобретений этой кафедры за последние несколько лет — это профессор Козырин Александр Николаевич. Он является признанным специалистом в нашей стране по, в первую очередь, налоговому праву. И соответствующая магистерская программа и посвящена, ну, довольно глубоким квалификациям наших студентов в этой сфере. Она тоже запущена с этого года, если мне память не изменяет. То есть, по сути, в следующем году у нас будет первый выпуск наших студентов по этой программе. Особого внимания также заслуживает, наверное, программа по кафедре земельного и экологического права. Дело в том, что руководит этой кафедрой очень серьезный специалист Вакула Марина Анатольевна, и тот факт, что она долгое время была в чистом виде практиком, позволяет ей давать уникальнейшие знания нашим студентам в этой сфере, ну и, естественно, трудоустраивать их в первую очередь в тех государственных органах, которые имеют прямое или косвенное отношение к проблемам экологии, природопользования, но также и в частные компании, которые ответственно подходят к своему бизнесу и в структуре себя создают специализированные подразделения, которые, функционал которых предполагает мониторинг вот этого неблагоприятного экологического воздействия их коммерческой деятельности на окружающую среду. Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание, сейчас у вас на слайде горят совместные магистерские программы. Наталья Ивановна... Не горят, но сейчас загорят. Не горят, но сейчас загорят, появится. Да. Вот. Наталья Ивановна обращала внимание на то, что у нас они имеют место быть, и вы можете выбрать их в зависимости от того, какая страна вас заинтересует, либо какой вуз вас заинтересует. Ну вот из имеющихся здесь вроде бы список перечислен, но могу еще вам так открыть маленький инсайт. В настоящее время идет работа над созданием совместной магистерской программы с МГИМО. Вау. Вот. Я надеюсь, что переговоры завершатся положительно. Ну, во всяком случае, по крайней мере, вектор самой программы уже известен. Здесь мы задумались о том, чтобы предоставить вам возможность в рамках программы магистратуры ознакомиться с новейшими тенденциями развития общественных отношений и реакции права на них. То есть это программа, в которой будут затронуты вопросы, скажем, права и биотехнологии, права и гены и такие вещи, права и цифровые технологии и так далее. Ну и, к слову, еще я забыл, по-моему, в своей вступительной речи сказать, сейчас мы
мы рассматриваем возможности, скорее всего, со следующего года удастся ее реализовать, включив в учебный план. Уже в бакалавриате у наших студентов появится целый блок дисциплин, которые формируют у вас современные, востребованные рынком компетенции в цифровой сфере и так далее. То есть вы получите представление о том, как право справляется с новыми общественными отношениями. Сейчас вопрос стоит лишь в том, в каком объеме в бакалавриате уместно вас ознакомить вот с этими специфическими новыми направлениями правового регулирования. Класс. Стараемся. Мне организаторы говорят, что у нас 5 минут, а еще очень много вопросов. Поехали. За 5 минут успеем? Смотря что, Наталья Ивановна. Я, знаете, на самом скоро деле... Скоро только кошки родятся. Самый главный вопрос. Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, какой у вас любимый цвет и почему? О, никогда не задумывался, но... Всегда три цвета предпочитал: черный, зеленый, синий. Так, а теперь среди них самый главный, самый лучший, самый любимый? Ну, наверное, синий. Уху, синий цвет есть. Под цвет глаз. Хорошо, будем знать. А какие иностранные языки? Я же не сказал, чьих. Ну, хорошо. Чьи глаза любит Сергей Борисович? Пусть это будет моим маленьким секретом. Хорошо. А то скажешь, что я эгоист. Хорошо. А какие предметы нужны для поступления в бакалавриат и специалитет? А, ребята уже говорили, но эта презентация приемной комиссии юридического института, она будет опубликована в наших пабликах. Чтобы к нам поступить, нужно 3 ЕГЭ – обществознание, русский и 3 предмета по выбору. Для юристов это история, иностранный язык или информатика, для таможни это иностранный язык, география или информатика. Когда можно подавать документы для учебы? Ну, в общем, как и каждый год, в начале июня, 19-20 июня мы стартуем, как все государственные вузы Российской Федерации. Так что, надеюсь, можно будет прийти, можно будет онлайн подать, можно через Почту России, можно через госуслуги. Любой способ мы вас готовы принять. Как поступить иностранному студенту в аспирантуру в рамках квоты? Значит, у вас есть два способа. Первый – через Россотрудничество. Звоните, заходите на сайт education.ru, находите свое подразделение вашей страны на сайте Россотрудничества и смотрите дедлайны и список документов, которые нужно загрузить. Ну, соответственно, этот способ, он первый. Второй способ – это по стипендии, которую выделяет наш университет, РУДН. В срок со 2 февраля по 28 февраля вам необходимо подать заявку в один из отделов стран приема. Физически он находится на ГУМСОЦе, это наше здание главного креста. Отделы по регионам, естественно, поделены. Да, то по есть регионам. Африка, там, ну, наверное, очно сейчас далее. Уже никого не интересует, вообще-то мало реально, поэтому онлайн на сайте университета и в наших пабликах все контакты есть, либо напишите нам в WhatsApp или позвоните, с удовольствием расскажем. Так, можно ли платить частями за семестр? Вы можете подавать заявление о рассрочке платежа. Это заявление рассматривается на специализированной комиссии. Это общеуниверситетская комиссия. И при принятии ими положительного решения, а оно зависит от того, как вы обоснуете потребность оплачивать сумму частями, в зависимости от принятого решения вы либо получите такое право, ну, либо вас попросят дополнительно мотивировать свое желание. В чем разница бакалавриата юриспруденции, общий профиль и международное право? В перечне дисциплин, которые входят в так называемую вариативную часть учебного плана. Логика образовательного процесса следующая. Государство говорит нам, что мы обязаны в определенном объеме дать вам знания по определенным дисциплинам. Вот эта часть
учебных планов в одном профиле и в другом совпадает. Но помимо этих дисциплин, в вариативной части государство дает нам возможность предлагать вам какие-то индивидуализированные дисциплины, которые зависят от той траектории вашего развития, которая заложена в соответствующий профиль. Ну, поскольку профиль называется «Международное право», в этой вариативной части вы находите массу специализированных дисциплин по международно-правовой проблематике. За счет этого и наблюдается различие. Могут ли контрактники получать стипендию? Наталья Ивановна, отвечайте. Конечно, могут. Мы любим платить деньги всем, кто учится хорошо, пишет научные статьи. Есть разные вариации стипендий, начиная от грантов, заканчивая именные стипендии наших профессоров, например, такие как Блищенко, Житков, Пучинский. Там порядка 15 тысяч рублей ежемесячно. Также материальная помощь 10 тысяч рублей. Стипендия Руден International Scholarship – это для тех ребят, которые отправляются за рубеж по учебным программам. Она платится ежегодно в размере 41 500. Ну, в общем, стипендия Румянцева, стипендии за успехи в спортивной жизни, в научной жизни. Да, можно получить контрактникам стипендию. Общагу даем контрактникам? Вы знаете это, я даем, ребята, даем. Если вы приходите к нам с хорошими ЕГЭ, и если вы приходите в первую волну, то, конечно, есть возможность получить общежитие. Общежитие находится через дорогу, общежитие также находится на улице Островитянова. Это порядка 20 минут пешком от нашего главного здания, где, кстати, проходит все обучение, то есть ездить по Москве не нужно. Все в одном месте, это очень удобно. И общежитие даем. Единственное, ну, как бы успеть, потому что все-таки общежития у нас тоже не резиновые, и будет зависеть от количества баллов, с которыми вы придете. Конечно, приоритет отдадим тем, у кого балл 240+. Если, в общем, они поступают на контракт, то, конечно, стараемся всем дать общежитие. Ну и, конечно, еще немаловажный принцип – это дальность. Да? Если вы приехали к нам с Дальнего Востока, то мы вам постараемся дать общежитие. Если приехали из Одинцова, тоже постараемся, но уже меньше шансов. В Инстаграме больше вопросов нет. Так, а где еще? Наверное, все. Ну, давайте еще раз повторим. Коллеги, можно вывести наш слайд? Ребус, да, да, ребус. Кстати, давайте мы его продублируем еще в Инстаграме, в наших сторис, чтобы была возможность все-таки у всех. Я понимаю, в субботу все любят поспать. Вы, кстати, в субботу до скольки спите, Сергей Борисович? Я вообще не сплю, я киборг. Класс. Короче, ну, у нас директор киборг, он не спит. Если вы проспали наш день открытых дверей, у вас будет возможность попробовать отгадать наш ребус. Посмотрите, варежки, а? Не хочется примерить. Хорошо. Короче, отгадывайте, присылайте ответы, можно в Инстаграм, можно в Teams или ВКонтакте в сообщениях. Класс. Выберем самых быстрых, самых умных. Пожалуй, все, Сергей Борисович. Есть у нас вопрос еще? Ну, в любом случае, если они у вас появятся, вы можете связываться с нами. Мы всегда ответим на ваши обращения. Ну и, как я сказал, приходите к нам, посмотрите воочию, что мы собой представляем. Вот, мы будем рады вас здесь видеть. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Ура! До встречи! Счастливо! Пока-пока! Пока-пока!